Здравствуйте! В эфире программа «7 дней истории». Сегодня мы рассказываем о событиях в древнем мире. Я Лариса Селиванова. Тема выпуска «300 спартанцев. Шаг в легенду». Победа греков при марафоне в 490 году до нашей эры была для персов не военным разгромом, а всего лишь неудачной попыткой. Было ясно, персы не успокоятся, и новая война неизбежна. Но неожиданно греки получили десятилетнюю передышку. В Персии начался кризис. В подвластном Египте вспыхнуло восстание, в разгар которого царь Дарий умирает. На престол восходит его сын Ксеркс. Первым делом он подавляет мятежи в Египте и Вавилоне, а затем начинает серьезно готовиться к новому походу против греков. Весной 480 года до нашей эры персы переправляются через Геллеспонт, современные Дарданеллы, и высаживаются на севере Греции. Фессалия и Беотия поспешили покориться. Осенью передовые части армии во главе с самим Ксерксом подошли к Фермопилам в Средней Греции. Свое название Фермопилы, в переводе «теплые ворота», получили благодаря бьющим здесь горячим серным источникам. Это узкое ущелье между горными отрогами и болотистым морским побережьем было перегорожено стеной. Здесь греческая армия под предводительством спартанского царя Леонида из рода Гераклидов должна была остановить лавину персов, пока объединенный греческий флот не отразит у мыса Артемисия на острове Эвбея врагов. 4 дня ждал Ксеркс, чтобы греки, поняв бессмысленность сопротивления, ушли. Был послан лазутчик, чтобы узнать об их намерениях. В это время на карауле как раз были спартанцы. Вернувшись, лазутчик сказал, что одни из них занимаются физическими упражнениями, а другие расчесывают свои длинные волосы. Это удивило и рассмешило Ксеркса. Однако грек Демарат, бывший в персидском стане, объяснил: «Царь, эти люди пришли сражаться и готовятся к битве. Всякий раз, когда они идут на смертный бой, они украшают себе головы. Ныне, царь, ты идешь войной на самый прославленный царский род и на самых доблестных мужей Эллады. Если ты одолеешь их и тех, кто остался в Спарте, то уже никакой народ на свете не дерзнет поднять на тебя руку». Ксеркс выслушал эти слова с недоверием и написал Леониду: «Сдавай оружие! Приди и возьми!» – ответил тот. Начался штурм. Кто-то из союзников крикнул: «Из-за вражеских стрел не видно солнца!» «Отлично!» – сказал Леонид. «Будем сражаться в тени». Несмотря на тяжелые потери, эллины стояли насмерть, и персы отступили. И тогда Ксеркс понял, что людей у него много, а мужей среди них мало. Тогда в бой бичами погнали так называемых бессмертных, цвет персидской армии. Однако численный перевес им не помог. Опытные воины, спартанцы применяли тактику ложного отступления, заманивая противника вглубь, а потом разворачивались и поражали многих врагов. Ксеркс лично смотрел за сражением. 3 раза он вскакивал с трона, трепеща за свое войско. Он уже не знал, что делать, когда появился местный житель Эпиальт, который предложил за деньги показать дорогу, которая идет в тыл грекам. Впоследствии Эпиальт бежал, за его голову назначили награду, и в конце концов он был убит. Когда Леонид узнал о предательстве, он отпустил союзников, чтобы сохранить большую часть войска и дать время перегруппироваться. А сам с некоторыми добровольцами и отборным отрядом из 300 спартанцев остался. Это были представители знатнейших родов, опытнейшие бойцы, у которых уже были дети. На рассвете прорицатель Мегистий, рассмотрев внутренности жертвенных животных, предсказал эллинам гибель в Фермопилах. Леонид хотел его спасти,
послав Спарту под надуманным предлогом, якобы с вестью. Но тот отказался, сказав: «Я прислан сюда воином, а не вестником». Леонид понимал, что они обречены, силы неравны. И Пифия в Дельфах предсказала: или Лакедемон будет разрушен варварами, или ее царь погибнет. Поэтому он приказал своим воинам завтракать, ибо обедать они будут уже в Аиде. В этом бою Леонид пал. За его тело разгорелась жаркая рукопашная схватка, пока эллины не вырвали своего царя из рук врагов. В этом бою погибло и много знатных персов, в том числе и два брата Ксеркса. А в это время, обойдя гору, подошли персы с предателем Эпиальтом. Эллины отступили в теснину, заняв позицию у входа в ущелье. И здесь они защищались мечами, руками, зубами, пока варвары, обрушив на них стену, не засыпали их градом стрел. Ксеркс, взбешенный отчаянным сопротивлением горсточки бойцов, разыскав на поле битвы тело царя Леонида, приказал отрубить ему голову и насадить на кол. Такое надругательство над телом героем было не в обычае персов. Они уважали доблестных воинов. Но никого из своих врагов Ксеркс не ненавидел так яростно, как Леонида. Героическая оборона Фермопил была воспета многими греческими поэтами. Эллинов похоронили там, где они пали. Над братской могилой воздвигли плиту, на которой были начертаны стихи поэта Симонида от спартанцев. «Путник, пойди возвести нашим в Лакедемоне, что их заветы блюдя, здесь мы костьми полегли». На могильном памятнике был изображен лев. По-гречески «Леонид, сын льва». Среди многих эпитафий есть и такая: «Между животными я, а между людьми всех сильнее тот, кого я теперь лежа на камне храню. Если бы львом именуясь, он не был мне равен и духом, я над могилой его лап не простер бы своих». Всего вам доброго. Смотрите нашу программу «7 дней истории». Сегодня мы рассказали о событиях в древнем мире, а о том, что происходило в Европе нового времени, вы узнаете завтра.